Приветствую вас на канале Industrial Music Internet Project. И в этом видео я решил походить и погулять немножко по железнодорожной станции и поразмыслить о какой-то безнадежности, романтике и вот чем-то вот таком. Собственно, хочу попробовать написать трек в стиле альтернативного хип-хопа или экспериментальный такой трип-хоп формации, сделать чем-то похожим его на творчество Андрея Лысикова, более известного под псевдонимом Дельфин. Мы обязательно встретимся, слышишь меня, прости. Вы, если олдскульные товарищи, можете помнить его по проекту «Мальчишник». Да, когда-то в 90-х такой был, ну а все-таки больше он известен именно как Дельфин. Потерять терпение, сроди мир скрепятся за первый свой день рождения. Дети стали врагами нежных сердцов и самых, тушили их проводами от игровых приставок. Мне творчество это импонирует. Мне он нравится как исполнитель. Собственно, даже я был на его концерте. И буду пробовать делать музыку в таком экспериментальном рэпе, сделать с какими-то старыми олдскульными именно прям битами рэперскими, да, и добавить нойза и какой-то экспериментальщины, то есть будут жесткие гитары, местами переходящие в психоделику и какой-то прям сумасшедший электронный звук, ну и конечно же текст буду записывать какой-то мрачный и такой прям постараюсь, в общем, сделать подходящий. Ну а сейчас давайте пройдем с вами, и я покажу вам материал, который я сделал на мобильном телефоне. Погнали! Ну вот, собственно, мы с вами находимся в программе Music Maker Jam для работы на мобильном телефоне. Программа очень интересная, и очень много разных сэмплов, стилей, жанров там можно найти. И сейчас вы видите, что для каждого звука я поставил свою громкость, чтобы определенные инструменты друг друга не перебивали. Я пытаюсь сделать какой-то аутентичный такой бит, лирическую гитарку минорную, да, которая присуща именно вот в некоторых треках творчества Дельфина, собственно, Андрея Лысикова, да. И сегодня вот я вам показываю, как можно примерно подобрать в музыкальном плане на мобильном телефоне, как сделать трек в стиле там хип-хопа, рэпа, альтернативного экспериментального творчества, которое, собственно, и присуще творчеству Дельфина и Андрею Лысикову, соответственно. Вот он как музыкант, поэт, композитор, да, который человек пишет стихи, выпускает книги, да, получил очень много наград, в том числе и там за лучшего альтернативного певца, так сказать, поэта там и так далее. Там вот вы в ссылочках можете пройти, посмотреть, почитать про него. То есть биография у него достаточно обширная, объемная. Вот, я, конечно,
не стремлюсь к такого плана вот именно достичь каких-то таких высот. Да, у меня, наверное, не получится, но что-то примерно я попытаюсь вот сделать. Сейчас вы видите, я перехожу уже по тональностям, которые также встречаются в треках Дельфина, где гитары меняют вот какой-то строй и переходят в различную направленность. И здесь я решил тоже сделать такой вот момент. То есть сначала вы видели, как шел просто бит, потом добавлялись какие-то инструменты, и в конце трека я уже добавляю звук более массивно для того, чтобы, так сказать, трек уже шел на завершение. То есть идет завязка какая-то, история, да, потом делаем провал, туда я поставлю какой-то, возможно, припев, может быть, там коротенький. Особо стараться над припевом я не буду, потому что, ну, в принципе, Андрей, он как бы поет, но поет даже получше, чем я. Может быть, мне надо как-то поднатаскаться в этом плане. Но каких-то сверхъестественных вокальных данных там не нужно. Он, собственно, вроде как бы рэпер, да, и читает в основном. Хотя я был на его концерте, и вот, ну, это, знаете, рэпом даже никак не назовешь. И если бы весь рэп был такой, то я очень сильно любил бы рэп намного больше. Не буду брать в пример каких-то других исполнителей. Ну и, собственно, здесь у нас заканчивается, и пойдемте дальше. Вот, смотрите, ребятки, на мобильном телефоне музыку мы посмотрели, как я сделал вот именно трек. Это будет моя, так сказать, заготовочка. Ну и, собственно, сейчас я хочу этот трек изменить в FL Studio, и давайте отправимся туда. Ну вот, мы с вами оказались в FL Studio. Я загружаю свой файл, который у меня получился в программе Music Maker Jam. Вы видите, что я сейчас добавляю плагин, он называется кассеты, и с ним сейчас буду делать некоторые метаморфозы, соответственно, буду искать звучание, которое, как мне кажется, подойдет для этого трека. Очень плавно, интересно в кассетном плагине менять различные настройки. Где-то вот он местами будет звучать именно как на магнитке, потому что добавляются шумы определенные, да, присущие именно кассетной записи. Это я накину на весь трек. Вот. И все эти изменения сохраню сейчас, как добьюсь определенного звучания. И потом будет очень интересно сделать, знаете как. Я возьму дорожку в Music Maker Jam и положу ее ниже, уже в готовом варианте, а сверху добавлю вот эту дорожку измененную. И, соответственно, получится очень интересный эффект, потому что измененная дорожка будет не полностью такая, да, а она будет именно сочетаться с оригинальным файлом. На этом я сейчас здесь закрываю кассетный файл и буду уже переходить к другому плагину, который здесь установлен уже изначально, он называется Hardcore. Там есть различные педали, вот, и они очень здорово тоже изменяют звук. На 12-й версии у меня в FL Studio, собственно, они были сразу, и мне не приходилось их скачивать, делать какую-то демку. С ними также я работаю. Вот, ищу какое-то звучание и оставлю, вот, как подберу. То есть мне нужно сделать звук более грубым. То есть он уже изменен, получается, и в кассетном плагине, и будет изменен с педалями от Hardcore. Вот, и этот звук также останется на всей дорожке, собственно. Вот эту вот, я повторяюсь, дорожку я закину наверх, чтобы она как бы была как основная. А ту дорожку, которую на Music Maker Jam я получил, оставлю ниже. Соответственно, звуки срастутся, так сказать, будут в едином целом ключе, да, звучать, и получится достаточно объемно. Напоминаю, что до этого я делал в программе Techno AJ 4, и там такие изменения приводили к тому, что
трек начинал растягиваться, и потом подогнать как-то под бит или такт не представляло сделать возможным, потому что изменялся сама и дорожка, и само ее строение, собственно. А здесь именно в FL-ке приятно видеть то, что сам звук основной дорожки таймингом остается таким же, и в измененном виде тоже такой же. Очень удобно, я считаю. Погнали, наверное, теперь дальше смотреть, что же получится. Смотрите, музыку я получил, ту, наверное, которую и хотел по задумке. Мы с вами прошли и в FL-ку, и в Music Maker Jam поработали. Я надеюсь, звучание достаточно похожее. Ну и теперь хочу вам заценить отрывок текста, который я придумал. И потом уже пойдемте смотреть готовый результат. Погнали! Смотрите, отрывок текста у нас имеется, музыку мы везде написали, сейчас я это все вместе собираю. И давайте смотреть готовый результат, получится у меня музыка в стиле Андрея Лысикова, творчество дельфина или нет. Погнали! За каждой стороной ярости клочья комки сломаны. Нет ненавистного знамени, чертой подведены итоги. Клочья горячего пепла, терзание сознания вечного. Каждый с белеющей кожей навечно застыл в выступлении. Нас заставляли пламенно идти вперед, бросая кости. Ржавые цепи собака разорвала оковы временной злости. Каждая злость воплощении временного недовольства стреляли на поражение те, кто не хотел мириться с прошлым. Новые звезды сияют ярче прошлого солнца. За каждым их обязательством становилась грубее кожа. За каждым новым знаменем становилась сильнее почва. Каждым шагом новым старые порядки задвинув, идти к новой эпохе. За каждым новым сознанием больше не останется ярости. Каждой новой жизни ярче солнца сияющего. За новые горизонты, за новой мечтой страдания. Про нас мы делали все в первый раз. Не забывайте про нас, мы наделили вас новыми знаниями. Не забывайте про нас, вы ярче солнца сияющего стали. Не забывайте про нас, вы поднимаетесь выше нас. За каждым их обязательством становилась грубее кожа. За каждым новым знаменем становилась сильнее почва. Каждым шагом новым старые порядки задвинув, идти к новой эпохе. За каждым новым созданием больше не останется ярости. Каждой новой жизни ярче солнца сияющего. За новые горизонты,
за новой мечтой страдания. Понравилось видео? Ставь лайк видосику. Как ты считаешь, похож мой трек в стиле дельфина или не похож? Об этом можешь писать свои комментарии под этим роликом. Собственно, похож текст или музыка, или не похоже. Давайте посмотрим, какие будут мнения на этот счет. Если вам интересны подобные эксперименты и вы хотите видеть больше роликов о том, как я создаю музыку в различных экспериментальных жанрах, подписывайтесь на канал Industrial Music Internet Project. Здесь вы найдете много моих отдельно личных проектов, а также совместный Industrial проект под названием «Оркестр деградации общества», где я, в свою очередь, совмещаю много различных экспериментальных и не очень просто там различных людей, которые присылают мне материал с музыкой, либо текстом, читаю их стихи и делаю музыкальное оформление. Также вы можете следить в плейлистах за развитием 9-го альбома проекта. Ну и напомню, что у меня есть проект постпанк, который называется «Разбуди меня дважды». Там в плейлистах на канале вы тоже можете найти видео, как я собираю и делаю, например, видосы, рассказываю, как иду поэтапно, так же, как в этом видео, и как получаются, собственно, мои треки. Если вам не равнодушно мое творчество и вы хотите моего какого-то развития, потому что я начинаю работать уже в других программах, то есть использовать также и FL Studio, собственно, и привлекать других людей больше сюда на канал, чтобы делать ролики более разнообразными, ставьте колокольчик, чтобы он у вас звенел, и вы не будете пропускать уведомления о выходе новых роликов. Как всегда, всем желаю по традиции мира и добра. Увидимся!